Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Добро пожаловать в Ессентуки. Национальная студенческая футбольная лига, высший дивизион группы В. ЮРГПУ Новочеркасск в синих футболках, черных трусах, черных гетрах против ОДНПТ Владикавказ. Они в белых футболках. На четвертой строчке располагается Новочеркасск, 6 игр, 10 баллов. Владикавказ, 6 игр, 4 балла. Активен на шестой строчке. Вот первый опасный момент, и гол забивает Южно-Российский государственный политический университет. Браво! ЮРГПУ выходит вперед. Много, конечно, фанатов в чате. Еще один удар, рикошет, перекладина, спасательный крат, добивание, 2-0! ЮРГПУ! Голласо! И отправляется в сердце на трибуны Иван Беликов. У Владикавказского ордена дружбы лучший снайпер же поставил за этой атакой. Браво, удар. Ой-ой-ой, как так-то? Владикавказ надо было забивать. Направо защитник чешской команды Губкаев Давид. Навес. Момент. Голь. Голь-голь. Голь-голь. Владикавказ один мяч отквитал. Поставить, к примеру, автобус и так далее. Есть разные тактики. Остати. Умничка, Сармат. Просто браво! Собственно, вот эти ребята были в первом тайме. Момент, удар поворотом. Голь, голь, голь. 3-1. И забивает свой мяч в этой встрече Денис Степаненко. Отличное начало в исполнении ЮРГПУ. Вышли заряженными после перерыва. О чем речь, интересно? Красная карточка, друзья мои, вот это да! А кто откроется под него? Знаешь, штрафной, очередной удар, гол! Браво! Он все-таки забил. Денис Степаненко, вернее, все-таки сделал. Подача, ой, шедевр какой. И Криштиану Роналду исполняет. Да, друзья, все, закончили матч. Со счетом 5-1 ЮРГПУ обыгрывает.